Полмиллиона с автохама. Пострадавшая от рукоприкладства Бориса Малафеева потребовала с обидчика 500 тысяч рублей компенсации. Сегодня с третьей попытки состоялось предварительное заседание по делу о нашумевшем конфликте Малафеева с беременной женщиной. Впрочем, Эвелина Мурзина уже не в интересном положении, поэтому зал она покинула через считанные минуты. Еще процесс идет, я просто отпросилась пораньше, потому что ребенок маленький. Но судья потерпевшая только высказала свою позицию. Она хочет добиться реального срока для Малафеева, а также потребовала от автохама 500 000 в качестве компенсации. Напомню, ранее подсудимый Малафеев уже заявлял, что готов пойти на мировую с Мурзиной и выплатить ей 200 тысяч рублей. Однако адвокат пострадавшей заявил, что ни о каком мировом соглашении не может быть и речи. К слову, если ранее автохам настаивал, что пойти на мировую мешал депутат, то сегодня он жаловался на следствие, которое якобы не учло, что его ребенок в Ауди тоже пострадал. То, что у меня у ребенка было на синяки, мне просто сказали, как бы, это не имеет отношения к деву, ни к мотиву, ни к чему. То есть, как бы, вот у вас плохое, как бы, детское кресло. То есть, вот такая позиция и все.